Конечно, пойду, потому что мы граждане России, мы должны выполнить правильный долг свой, да, гражданский, и, естественно, мы должны участвовать в том выборе, в том, кто будет управлять нашей страной. Обязательно пойдем. Мы же для себя, наверное, это делаем, выбираем. Может быть, что-то улучшится. Я считаю, что это должен сделать каждый гражданин России. Это обязательство просто перед страной, перед Родиной, перед Россией. У нас демократия, и то, что мы имеем право голоса, и этим голосом мы пользуемся, воспользуемся должны обязательно. И это каждого человека должно быть право выбора. Обязательно пойду голосовать, обязательно, 100%. Я желаю, чтобы все проголосовали. Это надо для народа, надо и для будущего.